Иногда задают загадки. Вот одна из них. Смотрите. Что делать, если покраснение листья на груши, а другие деревья стоят зеленые? Ну вот покраснение это не всегда бывает смертельная опасность. Но если это еще лето, так, видите, то это уже опасность. Это уже дерево нездоровое. Еще не смертельно, нет. Попробуем разобраться. Значит, что человек пишет? Он не просто пишет. Он пишет, ну вот мне не хочется, начали красить лето, мне не хочется все это с вами проработать, мы такие вещи прорабатывали, так. И он вроде применяет меры, так, и даже находит какие-то причины. Видите как, пишут, в сентябре можно и нужно подкормить суперфосфатом, подкормит. И у него есть версия, долгоносик повреждает, с которым я боролась весной, его, может быть, повреждает. Вот. Но дело в том, что можно было бы, конечно, выкопать ямку и посмотреть, правда ли это. Но это ладно. Я просто не утверждаю на 100%, я просто гляжу. Ну, то, что я вижу краешком глаза, это то, что вот здесь явно так и сделано. То есть здесь почва перекопана и груша. А вы же знаете, что если это Европа, откуда я знаю, где это? Вот, если это Европа, то откуда им взять морозостойкие подбои? Что вы думаете, это уссурийская груша? Нет. А если привито на культурную грушу, тогда что мы имеем? Если даже груша на грушу, если даже беру идеальную, например, биологическую совместимость, но кто сказал, что в мороз, безснежье, туда не проникает мороз, потому что вокруг, я уже вижу, черный пар. Ну, где-то диаметр может... Там, ну или там кубометр, не куба, а это, квадратных метров, наверное, 2. Это уже минус. Почему? Потому что нет защиты от этого, от мороза. Вот. И попробуем еще что-то найти. Но уже вижу, что наверняка здесь избавлялись от нескольких веток, они им показались лишними. Так? И они их отрезали. Скорее всего, так и есть. Это тоже не способствует здоровью. Но я еще не говорю, что это конец. Что это главная причина. Мне не нравится то, что я явно вижу, что груша побелена. А теперь представим себе, что ее белили первый год, второй год, третий год, четвертый год, пятый год. Ей где-то 5-6 лет. И все эти годы белили. Этого достаточно, чтобы ее постепенно... Она же выглядела еще годом раньше здоровой, да? Прирост и все. Этого достаточно, чтобы ее умертвить. Но не сразу, а просто постепенно умертвить. Потому что под ней кора заболела явно. Она не справляется со своими обязанностями. Вот под ней совсем-совсем близко находятся внутренние слои. Кора – это защита. Защиту постепенно побелкой уничтожали. Вот так коротко. А там... И почему еще? Потому что здесь про это, комментарий специалиста, здесь про это ни слова. Почему? Потому что побелка, это считается, как считается? Это считается святое. И даже никто не думает, что побелка гробит деревья.